Фонд «Домо» по итогам полугодия выдал кредитов бизнесу в 2,5 раза больше, чем в количественном выражении, но на гораздо меньшую сумму. Объем кредитования составил 81 миллиард тенге, что на треть меньше, чем в прошлом году. Вместе с тем, более чем на 20% стало больше проектов, получивших субсидирование ставки вознаграждения, а также гарантирование кредитов при нехватке залога. Отметим, что с августа в «Домо» заработает новая программа продуктивной занятости. На развитие любого проекта малый бизнес через банки смогут получить до 18 миллионов тенге под 6%. На эти цели предусмотрено в этом году 11 миллиардов тенге. Фонд также заявил о готовности кредитовать проекты по франшизе, краудфандингу и развивать исламское финансирование. Кроме того, «Домо» взял курс на полную автоматизацию своих услуг через портал ЕГОВ с 2018 года. Это направление в фонде назвали «финансовый супермаркет». Механизм работы финансового супермаркета очень простой. Предприниматель сможет обратиться за продуктом по различным каналам, через интернет, позвонив в колл-центр и придя в центр обслуживания предпринимателей. По скрипту разговора из всего многообразия нашей продуктовой линейки будут отсекаться те продукты, которые ему не подходят, и в конце он получит именно тот набор продуктов, который ему нужен, и при этом он будет знать, в каком банке есть средства по этой программе. На рынке кредитования МСБ «Домо» сегодня занимает долю в 12%. Объем активов оценивается в 350 миллиардов тенге. Доход фонда с начала года вырос на 66%.